Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь, пожалуй, хочется вам сказать следующее. Ну вот, так вот, если... что не совсем лично мне понятно, да, почему вы хотите уйти от своего мужа. То есть то, что вы говорите, что вот он там неадекватно реагирует, т.д. т.п., это понятно. Это понятно. Вот. Его реакция, условно говоря, она укладывается, так скажем. Она укладывается в контекст ваших отношений. Понимаете, да? Вот. И ваша, как мне, как кажется, задача, в первую очередь, для себя определить, а что же мне вот не нравится-то? Вот. То есть в отношениях вот с человеком. Вот, чего мне не нравится, чего я как бы хочу избежать. Вот. Что меня, собственно, что меня не устраивает. Вот. Понимаете, да? А чтобы вот как-то для себя лучше вот эту историю понимать. Чтобы для себя лучше в этом разбираться. Вот. И уже вот когда у вас будет более четкая позиция, вот, собственно говоря, вашему мужу её донести. Вот. Именно вот то, что вам не хочется, именно то, что вас не устраивает, именно то, что вам не нравится. Понимаете? Такая штука. Вот. А сейчас, как бы, ну, вот, ситуация вот такова. Ну вот сейчас ситуация такова для вас, по крайней мере, что вы для себя, ну, не очень вот как бы видите, в первую очередь, наверное. Не очень понимаете причины, по которым, допустим, хотите уйти. Вот.
этого вот у вас, как мне кажется, основная проблема возникает. Вот. То есть именно вот то, что вы ну, не знаете, как вот, действовать. Вот. Как действовать, что говорить, например, да, и так далее. О. Так что, на мой взгляд, решать, конечно, вам. Вот. Но я бы в первую очередь посмотрел бы на причину, что вам не нравится. Ну, то есть вот кто вот посмотрел бы на то, что вот, собственно, происходит. Ну, между вами. Вот. Понимаете, да? И как бы тогда уже можно было бы о чем-то говорить. Поэтому сформулируйте для себя вот это вот, ну, позицию, чего вас не устраивает, как бы в отношениях с человеком, вот, что вам не нравится в отношениях с человеком. Вот. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. А сейчас, ну, вы, на мой взгляд, очень в общих чертах только говорите, по большому счету, ну, информации уже мало. Вот. Какая-то такая история. Вот. Надеюсь, что вам это полезно было. Надеюсь, вам было интересно. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, она вам пригодится.